К таким темам, как, например, благотворительность, вообще невозможно привлечь внимание. Вот что сейчас популярно на Ютубе? Ну, разумеется, дневник Хача с жопами в кадре постоянно. Это вот какое-то гейское видео. Вообще я отказываюсь комментировать, хотя 700 тысяч просмотров. Разумеется, видео Эрика Давидыча с рекламой вертолета за 500 миллионов. Очень всем интересно, видимо. Больше миллиона просмотров за месяц. Потом его в тюрьму посадили, тоже эту тему активно мусолят, непонятно почему. Разумеется, вот внимание подсуетилось. 1,5 миллиона просмотров, ребят. Кому нахер это нужно? Почему это интересно? Я, конечно, понимаю, что в интернете две вещи только можно делать, либо зарабатывать деньги, либо развлекаться, но развлечение такого рода, ребят, это полное вообще днище. Зачем на это тратить время своей жизни? К таким темам, как, например, благотворительность, вообще невозможно привлечь внимание. Я попытаюсь в этом ролике хотя бы хоть немножко аудиторию немножко развернуть в сторону какого-то благого дела. Смотрите, вот есть возможность прямо сейчас помочь человеку, который реально нуждается в помощи. И никакие там лайки, просмотры здесь не помогут. Здесь нужно просто скинуть немножко денег вот этой вот девочке на операцию, на поддержку в лечении. В описании будет ссылочка на сайт международного сообщества Интеркент. Помимо бизнес-проектов здесь реализуется благотворительная кампания. Вот, я вот всех, кто сейчас включил это видео в надежде там посмотреть что-то про Хача, что-то посмотреть там про историю с Эриком, там про Немагию узнать. Ребят, хватит страдать херней. Вот, хотя бы раз в жизни возьмите, помогите вот человеку. Вот, в описании к этому видео будет ссылка. Можно посмотреть вот на сайте Интеркент все необходимые документы, все справки. Вот, мы пытаемся хоть каким-нибудь образом привлечь внимание к этой благотворительной акции, к этому фонду, чтобы люди просто хотя бы немножко перевели денег. Деньги переводятся на счет в платежной системе Perfect Money. Вот он счет. Ссылочка также в описании. От вас нужно сделать кошелек в Perfect Money, если еще нету. Вот этот вот ваш, например, кошелек так будет выглядеть. Вот, взять его, пополнить через обменник. С любого банка можно себе на Perfect перекинуть деньги и уже с Perfect перевести денежку вот на этот вот кошелек. Делается очень просто. Я сейчас сам вот переведу небольшую сумму. Вот так это делается. Нажимаем «Отправить деньги». Указываем здесь сумму, пусть у меня будет 9 долларов, а то скажут, специально переводит там несколько тысяч. Я перевожу столько, сколько могу перевести, ребят. Нажимаем «Отправить деньги». Вот, все просто, платеж завершен. Вот, и вот таким вот нехитрым способом вы можете реальному человеку помочь, да, то есть мы пытаемся сейчас привлечь внимание и к сообществу, и к благотворительной кампании, но никак не получается. Люди, сами видите, смотрят, вот, 700 тысяч просмотров за 2 дня ради видео с голой жопой в клубе. Я не понимаю этих людей, которые тратят время жизни на вот такие вот видео, на просмотр этих видео. Вот, пожалуйста, распространите этот видеоролик. Я надеюсь, что у нас получится хоть как-то, хоть немного собрать средств, помочь обратить внимание людей, обратить внимание на то, что можно реально помочь деньгами, и вы все-таки выполните эту вот небольшую инструкцию по переводу денег действительно нуждающемуся в этом человеку. Thank you.